Меняет куча. Добро пожаловать на марксовскую землю. В России много малых городов, но только у нас вы можете и цирковое представление посмотреть, и песни послушать, и рыбку из Волги откушать. Все целоваемся. Принято было встречать хлебом и солью, поэтому хозяева не скупились на угощение. Дорогие гости, отведайте и вы нашего вкусного марксовского хлеба. Сегодня вас приветствует хозяева, наши радушные, глава Марксовского муниципального района Николай Александрович Копырев, глава администрации Марксовского муниципального района Олег Андреевич Копой, заместитель главы администрации, председатель комитета образования Оксана Алексеевна Елисеева, руководитель цирка «Арт-Алле», заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Иванович Соловьев. Да не влезать. Аня, Аня, иди сюда, переводи. Если silver and bronze. I met him before. Yes. Узнал свой приз. Да. Давай экскурсию проводи. Давайте вот переводим. Очень приятно. Антика. Браво. Вроде бы. Бронза. Браво. Это у нас Монте-Карло. Мы очень много гастролируем за рубежом. We have lots of pictures from Montreal and from other festivals. We travel all over the world. География наших поездок очень обширная. Это арабские страны, Кувейт, Оман, Турция, Израиль. Мы много выезжаем в Европу. Это у нас, конечно, Нидерланды, Германия, Дания, Швеция, Италия. Это Монте-Карло, Франция и много других. Испания. Конечно, и, конечно же, очень много у нас мероприятий в городе, у нас в районе. Мы выступаем в городе Саратове, выступаем в Москве, в Кремлевском дворце съездов. Работали 5 месяцев в цирке Никульна с программой. Наши ребята выезжают очень много на конкурсы, фестивали и в Германии, Норчопинг, Швеция. Выезжали в Монте-Карло трижды, если вот наши призы, специальные призы на Монте-Карло в 26-м. 29-м, 30-м фестивале Монте-Карло коллектив приезжал и участвовал в больших мероприятиях. И когда с Росгосцирком мы выезжали, гастролировали в Австрии. Два сезона мы гастролировали в Австрии. И сейчас вот буквально сейчас скажу. И выезжали в Анкаре с Росгосцирком. This Roscoe, this was a Congress, Arab Emirates, Austria. They visited Austria for circus actors, artists, and Portugal and Latinos. Конечно, наши ребята учатся этому искусству в нашем коллективе цирковом. У нас есть свое цирковое училище. Мы выпустили 11 выпусков в Примарсовском училище искусств. У нас цирковое отделение. 11 выпусков, которые работают сегодня. И в цирке Никулина, и на Вернатском. В Росгосцирке работают. В Росгосцирке работают. Я работаю сам уже более 40 лет, занимаюсь цирком. Мои воспитанники, наверное, знаете, Михаил Днепровский, мой ученик. Канатоход Днепровский, это мой ученик. И много-много артистов за 40 лет выпустили. Мы с супругой вместе занимаемся таким большим искусством. И ваш сын тоже учился? И сын здесь также, да. Вот если посмотреть, вот наши артисты цирке Дю Солей. Сейчас работают 2 воспитанницы в программе цирке Дю Солей. Поэтому очень приятно, что вот сегодня мы покажем наше искусство. Я надеюсь, мы сегодня порадуем вас. Мы будем очень стараться. Вы можете вот посмотреть пока.